Всех приветствую. Ребята, сегодня хочу вам снять небольшой видеоролик вот о таком вот аппарате. Называется этот аппарат Stealth Delta 200. Я его приобрел совсем недавно. Да все, хотел видеоролик снять, да все никак, времени нету, лето. Вот, ну, сейчас сниму вкратце. Вот, мотоцикл самый дешевый на рынке, насколько я знаю. Вот, ну, конечно, аппарат зверский. Купил я его не новый, БУ. Вот, это вот багажник. Надо будет переделать мне немножко. Потому что он, во-первых, кривой весь, косой, самодельный. Бывший хозяин делал. И думаю, его надо пододвинуть поближе сюда чуть-чуть. Но это я после займусь. Аппарат новый, незнакомый. У меня таких еще не было. Я все ездил на ежах, на восходах. Вот. Ну, скажу, ежам, восходам делать тут вообще нечего. Абсолютно. Что хочу сказать. Звездочка. Звездочка у меня стояла на 46 зубов здесь. Вот я совсем недавно сменил. В общем, звездочку поставил 39, но в интернете пишут, даже 36 надо ставить. Я поставил 39, 36 не нашел. Ну, сейчас вот выезжал на нем, пробовал. Но это просто он не понимает, что 46, что 39. Такое ощущение, что прям сюда переднюю поставь 17-зубовую, и он все равно прет. Мотор у него, конечно, сила. Прет он не понимаючи. Вот. Ну, скорость вроде как поприбавилась, конечно. Вот. Что еще? Вилка задняя, болтается вилка, вот здесь разбита, надо разбирать, буду вилку снимать, буду ремонтировать, буду показывать видео, сниму, почему разбила вилку. Хотя мотоцикл прошел 5982, вот, 5000 прошел, вилку разбила, не знаю почему, из-за чего. Вот. Не знаю даже, что там в вилке, могу представить. Вот, так, в общем, в принципе, мотоцикл неплохой. Я на нем тут прокатился, вид у него неплохой. Вот, состояние у него такое неплохое. В принципе, из поломок, что еще здесь могу сказать. Вот эта вот ножка у меня, вот она вся болтается. Надо сделать. Я, правда, ей не пользуюсь. У него стартер есть. Он заводится со стартера хорошо. Вот. Потом, что здесь еще? Вот тут у меня шланг тормозной трет пружиной. Надо будет убрать, отодвинуть. Вот. И вот еще одна у меня вот такая проблемка небольшая. Вот такое вот крыло бывший хозяин взял и отпилил. То есть не знаю, зачем он это сделал, зачем он его так отпилил. Кстати, вот хочу у Виталия спросить. Виталий, приветствую тебя. Я знаю, что ты смотришь этот видеоролик. Может быть, ты мне что посоветуешь сюда? Не знаю, я уже думал брызговик такой вот. Но брызговик слишком длинный, резиновый. Вот. Кстати, ребята, канал Виталия. Я ссылочку сброшу. У него называется там МГ или МНГ. Я эти иностранные буквы не очень соображаю. У него хороший канал про мотоциклы. Я там ссылочку сброшу. Заходите, смотрите. Вот, очень интересный канал. Вот. И, в общем, я когда на учет его ездил, ставил, ехал с супругой, мы вдвоем ехали. У него, короче, с колеса весь мотор, весь в грязи, короче. Там песок и все. Я уже мыл его. Этот движок уже керхер заводил и керхером мыл. Вот. Зачем обрезал хозяин, не знаю, даже не представляю. И обрезал очень высоко. Вот что тут теперь с ним делать, крыло целиком покупать не очень хочется. Хрен его знает. В общем, что-нибудь буду думать, конечно, с этим крылом. Вот. Ну а так, в принципе, мотоцикл хороший. Состояние у него очень хорошее. Хозяин за ним смотрел. Вот. Ну, единственное, здесь вот, значит, с этим... Багажником не очень, это я все переделаю, багажник оставлю, но его сдвину, уменьшу, вот. Здесь он лобовичок такой вот приделал, вот, хороший тоже, вот.
Здесь, в общем, тормоза все гидравлические, все на гидравлике, жидкость тормозная здесь. Тормоза все дисковые. Вообще для меня это все дико. Я никогда, в общем, такого чуда-то и не видел в своей жизни. Дисковые тормоза, здесь дисковые тормоза, сзади дисковые тормоза, сзади тоже гидравлические. Вот. Ну, в общем, так-то, конечно, аппарат зверюга просто. Да, что еще? Ручки, подогрев ручек. В общем, ручки греются теплые, если холодно ехать. Вот. Ну, что еще тут сказать? Я, в общем, еще его до конца не понял. Вот как, что за мотоцикл не узнал, скажем так. Вот. Могу сказать только, что звездочку поменял, потому что, ну, на такой звездочке это вообще мы тут с супругой ехали вдвоем. Ну, мы, конечно, не сильно толстые. Ну, 150 килограмм он вез. Но я вам скажу, он вообще не понимает, что 150, хоть 250, там горы, не горы. Прям пятую включай, с места трогайся на пятый и поехал. Ну, это же не дело совсем невозможно. Я вот сейчас даже звездочку поставил. Тоже прокатился, тоже. Ну, он прет все равно и на этой звездочке вообще. В общем, вот, в принципе, так вот я решил эту звездочку сменить. Вот. Ну, в общем, буду разбирать. Значит, я всю эту раскручивать вилку. Она болтается. Очень сильно болтается. Он немножко и погуливает по дороге. Вот. Сейчас как бы показать это, чтобы было видно. Вот. Ну, вот оно, если даже не видно, то оно слышно. Болтанка. Надо разбирать. Посмотрю, что там. Я даже не знаю, что там за конструкция. Вот. Ну, в принципе, вот такой вот небольшой видеоролик. Вот. Ну, и еще что хочу, ребята, вам снять. Мало ли, может, кому пригодится. Вот я переселился. Вот такой вот автодом у меня. Вот, в общем. В общем, это я гоняю на работу. У меня бывает, что я неделями на работе, и вот у меня такой автодом. В общем, здесь очень просто. Доски, вот, доски наложил, здесь вот выступы, здесь выступ, здесь выступ, наложил сюда досок по всей длине. Матрасик у меня здесь, вот, пожалуйста, раскинул. Это вот, кстати, у меня теплая простынь, если, допустим, замерзаю, включаю теплую простынь, и, пожалуйста, и дрыхну. Две подушки у меня здесь. Одеяло теплое. Вот. Может, кому пригодится. Вмещаюсь во весь рост полностью. Тут, в общем, двухспальная громадная кровать получается. Вот. В общем, хорошо меня моя машинка выручает. Я в ней и сплю, и живу. Вот. В общем, короче, вот так вот. Ну, в общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Я буду еще видео снимать. Вот. Всем удачи, всем пока.